Двое безработных жителей Хакасии позвонили в службу 112 и сообщили о готовящемся взрыве на территории Абакана и минировании жилого дома в Абазе. Сотрудники управления ФСБ совместно с МВД пресекли попытки распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Силовики проверили информацию после анонимных звонков, ничего подозрительного не обнаружили, а вскоре вышли на тех, кто ставил ложные сообщения. Злоумышленники сознались во всем, возбуждены два уголовных дела, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Очень сильный дождь, большой объем воды, которая одномоментно обрушилась на Абакан сегодня, привела к серьезному ухудшению дорожной обстановки. Вся водооткачивающая техника спецавтобазы ЖКХ, 8 единиц, выведена на городские улицы. Дополнительно привлекается техника водоканала. Также помощь в откачке окажет Южно-Сибирская теплосетевая компания. В Абакане отсутствует централизованная ливневая канализация. Отвод дождевой воды происходит через водопоглощающие колодцы. В наиболее проблемных местах, которые у коммунальщиков постоянно на контроле, будет работать откачивающая техника до момента стабилизации обстановки. Городской мэрии просят отнестись с пониманием к природным явлениям и быть предельно осторожными при движении по улицам и дорогам Абакана. Аптечный кошмар. Изменение правил продажи рецептурных лекарств с 1 сентября вызвали панику среди россиян. Напомним, с сегодняшнего дня провизоры, выдавая покупателям рецептурные препараты, должны будут вносить сведения о рецептах в систему мониторинга движения лекарств. Получается, если человек попросит выдать ему лекарство без рецепта, аптека это сделать не сможет, ведь отчитываться надо по всему объему продаж. В Минздраве России и Росздравнадзоре, в свою очередь, говорят, что проблем не возникнет, якобы новый порядок необходим. Контроль за движением лекарств предотвратит злоупотребление. Но при этом остаются опасения, пока медики и аптечные работники притрутся к выполнению новых правил, крайним может оказаться больной.